Вот уже несколько недель проезд по улице Советская в районе перекрестка с Ярыгина ограничен. Причина – ремонт тепловых сетей. Сами энергетики называют объект самым сложным в нынешнем сезоне. Под замену из-за регулярных повреждений попали несколько сотен метров старого трубопровода. Полностью замена труб была, частичная замена лотков, плюс полная замена перекрытия лотков, плюс замена изоляции. И плюс строительство фактически новых тепловых камер, потому что камеры были в неудовлетворительном состоянии, их полностью разбирали, новые строили. Сейчас все работы, за которые отвечали непосредственно энергетики, завершены. Планируется, что к концу недели на объект зайдет подрядная организация, которая займется приведением в порядок дороги. На улице Карла Маркса дорожное благоустройство начнется чуть позже. Для начала здесь необходимо отремонтировать еще один участок тепломагистрали. Там у нас по плану 596 метров было заменить. Осталось порядка 50 метров поменять. Последний участок, сейчас мы засыпаем предыдущий участок. Дело в том, что там большими объемами нельзя работать. Даже улица узкая, и компенсаторы выходят, если раскопать компенсатор, полностью перегораживается дорога. Подъехать транспорту невозможно, и работать невозможно. Поэтому берем кусками по 50-100 метров. Вот остался последний участок порядка 50 метров. Полностью закончить и этот объект, включая благоустроительные работы, планируется к середине октября. Как отмечают энергетики, длительных отключений тепла в любом случае уже не потребуется. На этом план ремонтной кампании 2022 будет выполнен. Анзор Сабанов, Владислав Воронов, новости.